Всем здрасте! Сегодня мы нашим маленьким отрядом дружным приехали пособирать грибочки. Надеюсь, мы насобираем сегодня опять нормально. Я вот стою прямо вот с дорогой. Так растут в нижнем, рядом в окрестностях Нижнего Тагила грибы. И пожалуйста вам. Правда, и мусора не меньше тут. Да, одел очки, чтобы получше видеть. Близко плохо вижу. Перешел вот через просеку. Там 20 метров леса и трасса, по которой мы приехали. Ну, считайте, в общей сложности, ну, метров 100 от дороги-то шли. Смотрите, что растет. А бабочек и маленькая кучка свеженьких молоденьких маслят. И даже синявочка. В этом году я первый раз вижу такое, и в прошлом году я не припомню, что встречал вот такое. Целая куча мухоморов. И все как на подбор красивые, стройные, пятнистые. А дальше куча синявок. Стройненьких, тверденьких для соления. Штук 5 вижу точно. А это уже другие. Самое главное, соблюдаем расписание питания. Режим у нас, режим. Опять в том же месте, то же самое. В общем, вот так вот мы съездили за грибочками. Все довольны, уставшие, но довольны. В среднем набрали по ведерку на всех. Ну как на всех, на каждого. Где-то у меня сын бегает еще. Вот так это примерно выглядит. Красноголовики с бабками, маслята, рыжики даже встречаются. Ну и синявки. Всем пока, не забывайте подписываться. Вот такой богатый грибами лес у нас на Урале. Только мусора больно много. Не возите, люди, в лес мусор. Завезите, отдайте 200-300 рублей на помойку по весу. Принимают же у всех копейки. На месяц, за месяц, за год накопили, отвезли, отдали. Все, все.